Постарела мать за много лет, а вести от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что она верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их туда не село, мальчиков без усов не пришло. Раз село прислали по весне. Фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал. Кто познал войну, а кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг. И пронесся материнский крик. Алексей! Алешенька! Сынок! Словно сын на него услышал ног. Он рванулся из траншеи в бой. Встала мать прикрытым за собой. Все боялась. Вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей! Кричали земляки. Алексей! Просили, да беги! Кадр сменялся. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок. Словно сын ее слушать мог. Дома все чудилось кино. Все ждала. Вот сейчас в окно посреди тревожной тишины постучится сын ее с войной.